В Челябинске для горожан вновь открывают мир классической музыки. В филармонии продолжается цикл «Дневные воскресные концерты для всей семьи». О том, какой концерт пройдет в ближайшие дни, расскажут наши гости. У нас в студии Лариса Тимшина, органистка, солистка Челябинской филармонии, лауреат международных конкурсов, а также Надежда Егорова, вокалистка, солистка Челябинской филармонии, лауреат международных конкурсов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, как же будет называться ваш концерт, да, и кто примет участие? У нас открывается новый музыкальный проект в этом году, который состоит из 5 концертных программ. Так. То есть каждые 2 месяца у нас будет новая концертная программа по воскресеньям в 15 часов. В это воскресенье у нас такая программа, которая называется очень позитивно «Радость каждого дня». Замечательно. Отлично. Так, ну и подробнее, что же там будет, кто примет участие? Примут участие наши солисты, вокалисты на филармонии нашей Челябинской. Это инструментальная музыка будет звучать. Соответственно, это орган Лариса Тимшина, это фортепиано Наталья Гущина, гитара. Флейта, это скрипка, саксофон и 4 великолепных вокалистки. Все самые замечательные, в общем, инструменты и люди будут там, правильно? Да. Да. После такого названия хочется сразу же узнать, а что же вы будете играть такое, чтобы вот действительно радостно было каждый день? Какие композиции, да, да. Вы знаете, обязательно на органе будет звучать музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, музыка Пахельбеля, музыка Гайдна. И в это воскресенье у нас будет играть на саксофоне Татьяна Зайцева, на фортепиано Наталья Гущина. Вокалистка Надежда Егорова будет у нас петь прекрасные мелодии, молитвы. Так. Вот орган и позитивную музыку также с фортепиано. И вот у нас такие интересные композиторы, так, так, и так, такие названия классные, просто которые очень вдохновляют нас всех. Например Шуберт «Блаженство». Да, вот хорошо. Надежда будет петь. Лятте «Радость от прекрасного дня». Так. Офенбах «Прекрасная жизнь». Бородин «Улетай на крыльях ветра». Ой, а мы вот эту вот знаем песню. Надежда, а так, чтобы вот все проснулись, например, сейчас, Надежда мне показывает, утром вокалисты еще не проснулись, не рассвет. Нет, не то, что мы не проснулись. Но чтобы все привлечь, мне бы просто хотелось сказать еще что. Так как это концерты для всей семьи, будет исполняться музыка классическая, которая легка для восприятия, да, детского ушка и взрослого. Ухо. Ухо, да, и взрослого уха. Совершенно верно. То есть это инструментальные вокальные миниатюры. Мне кажется, что это великолепная возможность приучить ребенка классической музыке. А самое главное, полюбить ее всем сердцем, всей душой, как любим ее мы. Да. Вот, и вы знаете, когда, живя в мегаполисе, в суете нашей, я думаю, что родителям, бабушкам и дедушкам стоит иногда нажать педаль «стоп» и собраться всей семьей, и прийти в концертный зал камерной и органной музыки «Родина» и провести совместный такой семейный... Насладиться мгновением, да, этим. Да, вот этими мгновениями. Я считаю, что это очень здорово. Вот. То есть получается, что воскресенье, 15:00, это очень удобное время, чтобы очень все могли удобное прийти, да, и да, дети, время, и взрослые, и бабушки, да, дедушки. Таким образом вы сказали, что вся семья может, да, прийти. Да. Спасибо. Абсолютно. Вам еще раз огромное. Желаем вам удачи. Ну что ж, Наталья ушла от вокала у нас сегодня, но не уйдет воскресенье все-таки от него. Благодарим наших гостей. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Лариса Тимшина, органистка, солистка Челябинской филармонии, лауреат международных конкурсов, а также Надежда Егорова, вокалистка, солистка Челябинской филармонии, лауреат международных конкурсов.